В ближайшие дни в Казани и Татарстане ожидается небольшое понижение температуры, возможно, осадки. Об этом рассказал профессор Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев. Согласно прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации, ближайшая декада, начиная с сегодняшнего дня по 25 июня, она будет в температурном режиме чуть-чуть пониже нормы. Будет порядка 16 градусов. Похолодание, которое в последние несколько дней наблюдалось в московском регионе, начнет смещаться в Поволжье. В результате этого с субботы температура воздуха будет ниже на 2-3 градуса. Эльвира Зорина, Универньюз.